Нас, українців, борщем не здивуєш. Але такої кількості борщу відразу в одному місті я ще не бачила ніколи. У Змієві проходить другий чемпіонат світу по приготуванню борщу. У нас палатка очень большая, она все время полная. Ну, это для друзей этот праздник. Наша компания – это местные жители. Мы участвуем в открытом первенстве по приготовлению борща. Нам это нравится, мы отдыхаем. Ну и стараемся, и в принципе приехали для того, чтобы победить. У нас самый вкусный борщ. Мы знаем название того блюда, которое мы приготовили. Богом одобренный рецепт счастья. Кто может противостоять этому? Дійсно, протистояти практично неможливо. Від смачного аромату борщів на міському пляжі дух захоплювало. Чемпіонат світу по приготуванню головної української страви проходить у Змієві вже вдруге. Учасники охоче діляться кухарськими секретами та життєвими історіями. Так вийшло, що супруга у мене жила і на востокі України, і на западі України, і опять вернулась сюди. И это у нее и карпатский, и сумской, и харьковский. Вот эти все ароматы она, ну вот может она это делать. Я действительно, когда она приехала в поселок на практику, я, когда она приготовила первый раз этот борщ, это было что-то, ребята. После этого я понял, что моя душа уже мне не принадлежит. Лаври чемпіона цього року дісталися команді борщоварів «Сім'я Отадоя» з міста Зміїв. Тут один из секретов этого борща, что мы делали на водичке из суворовского родничка. Мы готовили с душой, всей семьей, все занимались своими делами. Кто-то резал, кто-то варил, кто-то дегустировал. И в конце концов мы выиграли первый приз, и мы очень рады за это. Да. Кто огонь палил? Справжнє свято, справжні артисти. Гарний настрій та творче натхнення конкурсантам і гостям фестивалю дарували Наталя Турбіна і Володимир та Ольга Бистрякови. Вспомнил один анекдот кулинарный, когда молодожены, у них шикарная свадьба, потом брачная ночь, утром они просыпаются в шикарном настроении, такое. Жена что там готовила, все, тут приходит муж, он еще нежится в постели, она там кофе в постель дала, что-то прочее, она говорит: «Милый, я тебе забыла предупредить, я умею готовить только две вещи, торт и рыбу». Он говорит: «Отлично, милый, отлично, мне подходит, только ты мне скажи, то, что ты приготовила, это торт или рыба?» Не варила, но у меня это как по памяти. То есть и я люблю такой насыщенный вкус. В общем, я уже хочу борща. Я готовлю не очень часто, вот, но мне действительно нравится варить борщ. Это мое коронное блюдо. Наталія Турбіна родом з Харкова. Співачка поділилася не лише своїми кулінарними уподобаннями, а й творчими планами. Готуюся к туру по Україні, но этот тур будет не просто, просто Наташа Турбіна поет. Мы хотим сделать тур в поддержку одиноких женщин, которые сейчас в трудной ситуации, научить их, как восстанавливаться, как жить дальше. Поэтому мы привлекаем сейчас партнеры, различные фонды. Присоединяйтесь к нам, психологи, тренеры. Мы очень рады любому сотрудничеству. И вот, так что будем рады с вами поработать. Ждите нас, ждите меня, ждите в Харькове, в Змієві. Я думаю, что везде приедем, везде покажем концертную программу. Вот, поддержим, научим. У Володимира Бистрякова сьогодні було найважче завдання. Як голові журі, йому довелося скуштувати борщі усіх конкурсантів, щоб визначити, який борщ все-таки найсмачніший. К борщу тепер не буду підходити в течение місяця. Тому що я з'їв 6 або 7 тарілок борща, це, звісно, легкий переборчик. Ну, вместе с тем, вы знаете, ощущение такое очень хорошее. Борщ великолепно готовила моя бабушка. Я всегда приходила со школы и стоял вот украинский борщ со сметаной и с черным хлебом. Научусь готовить украинский борщ, и Володя будет требовать добавки. За базар отвечает.
Голодним та сумним на фестивалі не залишився ніхто. І коли ж наступне свято борщу? Поцікавилися ми у організаторів. Рівно через рік. На тому ж місці у той же час. Я думаю, найголовніше – це популяризація української нації, українських традицій і способу нашого життя. Я вас приглашаю на наступний чемпіонат світу по борщу, який відбудеться через рік, 1 жовтня. Жизнь.